ребята, то, что вы смотрите в интернете, печки горят синим пламенем, и там какие-то расчеты. Облез я кучу всяких сайтов, расчетов, но по расчетам ничего не получается, потому что синего пламени добиться можно только регулировкой количества воздуха на количество сгоревшего масла. То есть, скорее всего, количество воздуха зависит от площади горения пиролизной чаши. И это регулируется все это опытным путем. Вот он синеньким горит. Оп, воздух капнул и... Капает воздух и начинает гореть желтым. Вот так горит обработанное масло. Значит, следующее. Пиролизная чаша. Размер у меня, наверное, вот эту воронку. Это сколько получается? Вот воронка. Пиролизная чаша где-то такого же размера. Вентилятор сейчас работает достаточно мощная будет теплоотдача, потому что он жужжит практически на пределе. Сейчас мы снизим обороты. Где-то вот так. Так. Желтым загорелось. Добавим. Планирую пиролизную чашу, но вот ее сейчас не видно. Сварить поменьше и посмотреть, что будет. Значит, добивался этого где-то порядка недели 2-3 вот в этой трубе, которая якобы форсунка воздушная. А дырочек, отверстий просверливал дополнительно, либо заваривал, мучился, ну, в конце концов добился я синего пламени. Никакие расчеты мне, честно говоря, не помогли. Наш цех – это 6-метровые плиты. Это 6 метров. Вот она, печечка наша, вентилятор обдувает. И длина цеха, наверное, 8. Вот 6-метровые трубы лежат на стеллаже. Ну, здесь где-то метр. И с другой стороны, может быть, метр полтора. Ну, будем считать 8 на 6. 6, 8, 48. И высота, вот проезд, ворота, это 3 метра. Ну, 3,20, наверное. Высота за 40 минут прогревается. Гараж до плюсовой температуры. В минус вот 18 сейчас на улице. Гараж не утеплен, то есть в пол блока стены, плиты перекрытия, сверху лежит у нас, как это называется, это рубероид, не рубероид, наплавляемая кровля, короче, здесь вот вентиляция не закрыта, отверстие. Так, только разжег печку, вот сейчас горит все желтым пламенем. Выйдет на режим, прогреется, будет голубой цвет пламени. Так, это крепление форсунки через прокладочку, дымоход. Переварить надо, вот до сих пор 280 градусов прогревается. Сама печь прогревается до 420 градусов. Ну, это при эконом режиме заливная горловина. И обязательно вентилятор обдува, чтобы теплый воздух расходился по цеху. Это вот вентилятор наддува. Идет на зарядное устройство. И регулятором тока регулируем обороты вот этого двигателя. Вентилятора, какой-то кулер
от серверной станции чего-то такого. Ну, так, вверх уже прогрелся. Закрываем смотровое окошко. Вот вентилятор по-хорошему, конечно, на улицу вести. Уж слишком он шумный. Итак, прошло где-то минут 40. Что у нас внутри? Вентилятор работает, правда, можно сказать, на максимум. Что у нас горит как? Как вам пламя? А? Вот верхний ряд сопел. Форсунки, куда дует воздух, дожигают. Пары масла, вот он синий, что горит, приятный, ни копоти, ни гари, ни запаха. Но смотровое окошко, конечно, когда масло кончается, вот сейчас видно, желтый проскакивает языки пламени, в крышку вот эту смотровую открыл, нерегулируемое количество кислорода попадает через это окошко, вот оно пикивает желтым, закрываем. И можно регулятор воздуха чуть-чуть убавить, а то масло будет улетать. Что у нас на выходе из трубы? И что у нас внутри печки? Синее, голубое, как газ пламя. Вентилятор работает. Сейчас меряем температуру. Вот. Самая горячая точка посередине, скорее всего. Но еще вентилятор обдувает. Сюда. Вот, 400 отсвечивает. 416, 415 градусов. 422, видели, да, мазнуло? Так, вверх на выходе. На выходе вот что получается. На выходе 150 градусов. Ну куда это? Это топим атмосферу. Вот 200 градусов вверху. Однозначно дымоход нужно переделывать. Так, смотрим цвет пламени. Ага, желтенький. Так, смотрим на выходе дым при желтом пламени. Только горячий воздух. Ну, вот о чем я говорил, что не хватает, скорее всего, кислорода для дожигания паров масла. И нужно добавить оборотов вентилятору. Но с добавлением количества воздуха подаваемого у нас увеличивается и расход масла. Соответственно, и температура будет подниматься. Вот он тут же практически начинает гореть синий. Так что, ребята, никому не верьте, конструируйте печки и добивайтесь всего опытным путем. Расчеты, конечно, в помощь, но они не работают при изменении объема камеры сгорания, при изменении площади пиролизной чаши, при изменении количества воздуха. Скорее всего, и дымоход тоже влияет на процесс горения. Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно отвечу на все вопросы, на которые знаю ответы.